Более 12 тысяч различных дорожных дефектов выявили полицейские на трассах Жамбылской области. Речь идет о ямах в асфальте, трещинах, а также устаревших и испорченных дорожных знаках. Всего они обследовали около 16,5 тысяч километров автомобильных дорог. За их неудовлетворительное содержание в Жамбылской области оштрафовали 330 чиновников на 7 миллионов тенге. Ответственным специалистам выдали предписание, чтобы устранить выявленные недостатки, пояснил заместитель начальника управления административной полиции Николай Сон. 236 должностных лиц было привлечено за необеспечение безопасности дорожного движения. 24 по статье 631 части 2 повлекшие дорожно-транспортное происшествие. 69 должностных лиц было привлечено за повреждение дорог. Кроме того, за неисполнение выданных предписаний также привлечено 3 должностных лица. Это руководители ЖКХ города Тарас, Турар-Аскуловска и Меркенского района.